подарить Милане то, о чем она давно-давно мечтала. Тут сердитая, да? А вот так вот оно веселое. Я готова раскрыть, что там за кукла. Вообще, сейчас Милана будет просто пищать от восторга. Всем привет! Вы на канале Family Box Vlog. Все помнят, что не так давно у Миланы было день рождения, на которое мы приглашали всех наших любимых подписчиков. Давайте вспомним, как это было. Классно, красно и классно, потому что там действительно было красно. Там, у нас там было много красно. Да, красно там было. Вот. Но не все успели поздравить Милану с днем рождения. И в частности, один классный магазин, называется он «Кукломания», и ссылочку на него мы оставим внизу, как раз-таки решил подарить Милане то, о чем она давно-давно мечтала. Правда, Милана? Милана безумно рада, безумно счастлива. Так как мы уезжали, у нас никак не получилось до отъезда забрать этот подарок. И сегодня, наконец, мы его получили. И Милана сразу сегодня сказала: все, ничего не знаю, надо его срочно открывать и показывать ребятам. Давайте же посмотрим, что нам подарила кукломания. Кстати, они не только мне захотели подарить, но еще и вам, ребята, целых 2 подарка. А об этом в конце ролика. Как вы уже догадались? Привет! Привет! Да, Милана будет открывать вот такую вот пупси-единорожку. Она действительно очень этого хотела, прямо вот безумно. И большое-большое спасибо. Кстати, к вам тоже придет пупсик. Об этом попозже. Давай, раскрывай. Смотрите, прям ровно по замочку. По замочку. Кто знает, как Милана распаковывает, знает, что Милана замочек не открывает. Это для нее сложно. Да. Так, Милана, как ты думаешь, ты вообще справишься с тем, чтобы открыть ее и посмотреть, что же там внутри? Да? Да. Да. Так, опа. Это убираем. Так. Так. Покажи нам мастер-класс, как надо распечатывать это. Так, а где? А где? Вот. Где-то вот тут. Нет, зайчик, вот она где-то здесь была, стрелочка, спереди. Да, но стрелочка убралась, поэтому... А, вот, вот она. Все. Зай, а вот это? А. Так. Ой. Кажется, что-то пошло не так. Ладно, вот так. Вот. Милане не терпится, поэтому Милана сейчас уже как варвар будет это делать. Разрывай. Так. О, пошло дело. Как вы думаете, ребята, какая там попадется куколка? Вау, все открывается. Все открывается. Это не забралось. Всякие тут получаются у нас. Прибамбусы. Прибамбусы, как сказала Милана. А я бы сказала пакетики разного цвета. Пакетики, да. Так. Так, и последний, по-моему, пакет. А, нет, не последний. Сколько их тут? Ну, ребята, я готова раскрыть, что там за кукла. Вау, Милана! Покажи ребятам, покажи скорее. Покажи. Вот такая классная кукла попалась Милане. Единорожка. Розово-белая. Милана, тебе нравится? Да. Ты о такой мечтала? Ну да. Ну да. Ну давай скорее достанем ее и оденем, да? Ой, да, давайте. Какая прелесть, она такая хорошая, моя маленькая пупси. Твоя маленькая пупси, давай ее оденем, посмотрим, что у нее за одежда. Давай. Давайте. Вот они, подгузнички. Смотрите, тут расческа. Ух ты, оно вот тут вот сердитое, да? А вот так вот оно веселое. Ну-ка, дай-ка я поближе покажу. Всем привет! Я расческа Пупсика! Давайте посмотрим, какой стаканчик нам попадется. Вау, прикольно! Какой он красивый. Он фиолетового цвета, и значок как будто это Starbucks. Он открывается, вот значок Starbucks. Вот он. Ну-ка, давай посмотрим, что там за мордочка у нас. Вот такая вот. Вот такая вот мордочка. Он мягкий. Действительно, стаканчик смотрится, как будто он пластиковый, но он тут вот очень мягкий, как будто он резиновый. Ну, в общем-то, тут смесь. Не как будто бы он резиновый. Смотрите, как мы одели нашу пупси. Вау! Вот такой вот у нее прикольный наряд. Милана сказала, что лучше бы кофточка была не черного, а цветного варианта, но мне кажется, очень смотрится стильно.
Вот такие у нее волосики разноцветные. И вот что попалось у нее в наборе. Такая вот расчесочка, ложечка, чтобы кормить. Вот такой вот брелочек, чтобы хранить там слайм. Правильно, Милана? Да. Так, это у нас мисочка, чтобы ее кормить. А это, собственно, горшок, чтобы после кормления, ну, сами понимаете. Надо мою малышку расчесать. Давайте ее расчешем. Вот так. Вот. Вот так. Вот так. Вот так красивенько. Красивенько. Красивая у тебя куколка. Да, конечно. Милан, будем делать слайм? Конечно. Итак, для слайма нам понадобится вот такая вот кружечка, в которой мы будем непосредственно смешивать слайм. Еще нам понадобится блеск. Причем у нас такой вот он прикольный. Смотрите, 4 пакетика, это означает, что можно сделать 4 разных слайма, но сегодня мы сделаем один. Помимо этого нам нужен будет вот такой вот магический, магия единорога. И один пакетик возьмем еды для единорога. Сейчас мы все это будем смешивать с водичкой и посмотрим, какой слайм у нас получится. Первым делом мы берем блеск и высыпаем его сюда. Дальше мы перемешаем его с цветом и водичкой. Посмотрите, какой он блестящий. Вау! Далее я налила сюда вот этот вот стаканчик мерный водички. Просто обычная вода. И сейчас добавим то, что у нас внутри. Я думаю, что это просто краситель. Но так-то это еда для единорожки, которая у Миланы. Посмотрим, какой у нас цвет ожидает. Это будет что-то, мне кажется, очень даже розово-красное. В блеск мы тоже добавили 5 мл водички. Теперь он у нас немножечко с водой. Смешиваем блеск и краску. Так. Тик. Давайте все сюда переложим. И перемешаем. Для этого можно просто закрыть наш стаканчик. Прикрыть трубочку и помешать. Итак, вот такой вот у нас получился прикольный цвет. Добавляем магию единорога. Итак, все перемешиваем. И еще я решила вот такую штуку добавить. Посмотрите, просто невероятно. Итак, класс, супер. Это просто бомба. Для Миланы это вообще отличный вариант, потому что Милана просто обожает лизуны. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Чтобы вот эта вот штучка превратилась в слайм, нужно подождать 10 минут. Пока мы ждем, мы сейчас вам раскроем секрет. Я мечтала об этой кукле очень долго. И мы с куклой Мани подумали, не только я мечтала об этой кукле очень долго, но и вы, поэтому вы тоже ее получите. Все верно. Поэтому мы совместно с магазином Кукломания разыгрываем вот эту классную куклу-единорожку. И каждый из вас сможет поучаствовать и даже победить. Но и это еще не все. Для тех, кто не сможет выиграть первый приз, у нас есть второе место. И это тоже супер классная кукла. Вторым призовым местом будет вот эта замечательная куколка Дракулаура. Кстати, на сайте Кукломания, и ссылочку для их сайта мы оставим у нас в описании, вы найдете очень-очень много классных кукол, и что самое важное, они оригинальные, и вас никто обманывать с подделками не станет. Да, ребята, но чтобы выиграть эту куклу, нам всего-то надо подписаться на мой инстаграм, там будут все подробности. Точно, проходите сразу на инстаграм Миланы, и обязательно участвуйте в конкурсе, там будут все подробности, все, что нужно сделать, делаем и участвуем. Возвращаемся к нашему слайму, смотрим, что из него получилось. Вау! Смотрите, он классный. Вообще, сейчас Милана будет просто пищать от восторга, и кажется, я ее не смогу
остановить, потому что, по-моему, я не смогу ей даже его отдать. Милана, держи свой Вау, слайм. Вау, какой он классный. Супер, да? Да. А цвет-то цвет супер. Да. Что там нужно делать со слаймами, чтобы проверять их на классность? Щелкать, так тянуть, здесь. Что? Тут надо так сделать. Так. Щелкает? Ну, да, есть такое. Есть? Ребята, пишите в комментариях, как вам наш слайм, понравился или нет, а также как наша куколка. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока-пока! О-о-о.